все билеты проданы благодаря газете «Бизнес онлайн», потому что они узнали бюджет фестиваля. Они очень сильно хотели, и они весь наш сайт прошерстили таким образом словом. А им так очень интересно. Между прочим, я говорю вашему руководству, они очень все время говорят про деньги. И у вас зарплаты-то какие? Платят вам какие? Я хотел спросить. Просто они настолько ревностно относятся. Прям каждого артиста, знаете, просто я уже перехожу не с этого жанра на другой. Там сколько Александров получает, сколько Ахмед Агади. Я даже подумал, может, вам зарплаты маленькие платят там. Руфаль Сабирович, самое главное, что все билеты проданы. Да, билеты на самом деле. Опять же, благодаря газете «Бизнес онлайн». Они такую рекламу делают, все.